Наше предприятие является одним из крупнейших производителей сложной машиностроительной техники в нашем регионе. Немаловажную роль в этом играет, я думаю, то, что в 2008-2009 году я прошел переподготовку в нашем государственном университете по программе подготовки управленческих кадров. И я надеюсь, что данная программа позволит еще многим специалистам долгое время получать дополнительное образование, что очень важно в настоящий момент, в то время, как наша страна вступила в ВТО. Если открываются границы, то в этом случае те знания, которые мы сейчас даем, они должны быть ориентированы на повышение конкурентоспособности предприятий. Если мы не будем сами производить товаров и услуг, то вот регион потеряет экономическую безопасность. Я думаю, что в большинстве случаев выпускники изменили свою жизнь в лучшую сторону. Для кого-то это карьерный рост, для кого-то это развитие в бизнесе. Я считаю, что президентская программа дает толчок к развитию самого человека, к развитию его своих личных качеств. Для меня, как руководителя одного из крупнейших коммунальных предприятий Курганской области, принятие решений зависит от тех знаний, которые я получил от президентской программы. Президентская программа – это масса возможностей, и каждый от нее получает то, что ему нужно, и то, что ему необходимо. Кто-то получает новые связи, кто-то подготавливает новые бизнес-проекты и их реализует, а кто-то получает новые рычаги управления. Равнодушным к этой программе быть просто невозможно. Приходите, придумывайте, реализуйте, получайте удовольствие от жизни. И помните, в нашем интенсивном мире, чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. А чтобы продвинуться вперед, нужно бежать еще быстрее. С днем рождения, президентская программа! Огромное спасибо преподавателям Курганского государственного университета за их творческий подход, за интереснейшие занятия, за их профессионализм. Высокая квалификация преподавателей – это тоже фактор. У нас грамотные преподаватели, все преподаватели имеют ученые степени и звания. У нас вся материальная база сосредоточена на экономическом факультете Курганского госуниверситета. Хорошие у нас компьютерные залы, их несколько. С нами очень в контакте работает департамент экономики и администрации области, потому что он выполняет очень квалифицированную, организующую и контролирующую роль. Судя по тем показателям и по отзывам, мы можем сказать, что эта программа эффективна. В этом году нашему предприятию, так же, как и президентской программе, исполняется 15 лет. Но, наверное, это очень символично, и мне хочется поздравить всех участников президентской программы с этим юбилеем. Желаю вам успехов творческих и удачи во всем. Именно здесь, на президентской программе, ты понимаешь, что проект ты пишешь для себя, для будущего, для дальнейшего своего развития. И именно программа дает тебе понимать, как ты будешь дальше развиваться. От имени Ассоциации выпускников президентской программы «Перспектива» поздравляю всех выпускников с столь торжественной датой 15-летием программы и желаю, чтобы у выпускников никогда не заканчивались проекты, чтобы, реализовав один, они сразу думали о новом проекте, разрабатывали его и с помощью Ассоциации его реализовывали. Обучение по президентской программе дает огромный толчок, импульс для дальнейшего личностного и профессионального развития. Не без помощи президентской программы я стала расти по карьерной лестнице и в настоящее время занимаю должность коммерческого директора курганского филиала компании «Ростелеком». Огромное спасибо президентской программе, всех с 15-летием. И пожелать, чтобы эта президентская программа не заканчивала существование и побольше выпускала специалистов, руководителей, менеджеров, которые реализуют свои знания на развитие нашей страны.